Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции для всех мужчин. Итак, у мужчины, он стал наблюдать за собой, что у него болезненные эрекции, когда он лежит на спине. Вот так вот бывает, люди обращаются с такими непонятными симптомами. Говорит, ты знаешь, для того, чтобы эрекция была безболезненна, либо хотя бы мне было комфортно, мне надо принять ту или иную, скажем так, положение. Ну, зачастую мы скажем, что как в гинекологии, так и в урологии, согласно восточной медицине, контролируются три меридиана. Меридиан почек, меридиан печени и меридиан поджелудочной железы. Вот этих три меридиана, они контролируют урологию у мужского рода. То есть все мужские болезни можно корректировать, либо можно, скажем так, их не спрогнозировать. Ну, можно спрогнозировать, ну и можно лечить, либо помогать мужскому роду благодаря этим трем, скажем так, меридианам, основным меридианам, которые контролируют не только эрекцию, но и мужскую силу, ну и всю половую жизнь мужчин. Также следует помнить, что все 12 меридианов, мы уже в своих лекциях говорили, контролируют половую сферу как у женщин, так и у мужчин. Потому если есть у вас, уважаемые мужчины, болезненные эрекции, которые почему-то лежа на спине проявляются, пожалуйста, обратите внимание на свои почки, печень, поджелудочную железу. Это самое первое. Теперь второе. Если вы заметили, что это не случайность, а закономерность болезненной эрекции, которая происходит, когда вы лежите на спине, то через данную точку Е30 цичунь вы можете что? Скажем так, бороться с болезненностями, проявлениями эрекции, которые наблюдаются, когда вы лежите на спине. Это очень неудобное, скажем так. То есть это очень неудобное состояние болезненности, скажем так, полового члена, когда вы лежите на спине. Это очень неудобно. Но здесь следует знать, что есть еще очень много нюансов. Состояние позвоночного столба необходимо знать также. Состояние тех меридиана тройного обогревателя, как он выполняет свою функцию, точно так же нужно знать, в каком состоянии. Потому здесь диагностика 12 меридианов все-таки необходима. И желательно. Ничего здесь стеснительного нету. Все люди, скажем так, разные. У всех болезнь может быть одинакова у всех одна, но болеют, помните, согласно восточной медицине, все по-разному. Потому все различные боли, связанные с эрекцией, когда проявляется человек лежит на спине, можно помогать избавляться от этих болей с помощью точки Е30 цичунь. Но диагностика 12 меридианов необходима, дабы она показала, откуда все-таки растут корни у этой болезненности либо боли. Спасибо за внимание.